Когда ты приехал в Коламбус, здесь уже был Бобровский, Панарин. Были ли какие-то советы, которые тебе давали Боб с Панарой, знаешь, как такое преемничество, которое ты передаешь потом? Это больше общая информация про команду, про ребят, про город, там, про персонал. Они мне быстро вкинули, то есть, чтобы мне было проще обосноваться. А так, наверное, самое важное, что они сделали, это был теплый прием. Какие-то конкретные советы помнишь там? Не знаю, может быть, что-то о хоккее или о городе, что-то предупреждали. Ну, знаешь, например, кто-то в Джерси говорит, там, не уходите после 5 на улицу, потому что там может быть плохо. Ну, у нас в речке купаться вот нельзя в этом. Можешь показать, посмотри. Вот в этой? Вода не близко голубого цвета. Так особо, я не знаю, даже по хоккею. Да, мне кажется, все профессионалы. Тут особо каких-то таких тонкостей, может, по тактике больше. Таких общих советов, я думаю, что особо и не было. Переходи на мой канал и смотри полное видео, либо по ссылке в закрепленном комментарии.